Привет! Меня зовут Елена, и сегодня я вам хочу рассказать одну мысль, которую я услышала от одного умного немецкого парня. Я тут собралась убирать пару дней назад. Во время уборки заметила, что у меня грязные стены, поэтому уборка у меня как-то так вот плавно и органично переросла в покраску стен, побелку стен, а поскольку это дело скучное, то я по ходу слушаю записи, слушаю мысли вот по вот такой вот фигнюшке, мысли одного умного немецкого парня. Нет, что зовут. Вот, и он жалуется, что нынче весь мир, вообще куда катится весь этот мир, он так стал быстрым, люди перестали вести созерцательный образ жизни, он вообще... Раньше это было достоянием многих умных людей, а сейчас труд и прилежность свирепствуют подобно болезням. Ум обесчищен муравьиной, таким прилежанием муравьиным. И даже ученые, которые раньше вот, были более такими созерцательными, даже они стали вести себя подобно деятельным людям. Он считает, что вот деятельный человек – это такой человек немножко глуповат, который занимается всякой вот какой-либо деятельностью для того, чтобы не думать, потому что ну, он ленив, и поэтому вот, говорит, спросите, например, там банкира, который накапливает деньги, для чего он это делает. Непонятно, он это делает, вот деятельные люди, вот они идут вперед, подобно вот катящемуся камню, который под воздействием глупой механики просто катится с горы и катится. Вот так вот себя ведут деятельные люди. Вот, например, я, чтобы не думать, я затеяла побелку стен. Вот. И еще говорит, что те, кто все еще сохранил в себе умение предаваться безделью и неге, это прям вот люди, которые должны, вот, если вы можете спокойно сидеть, смотреть в интернете всякие видео, то значит вы должны понимать, что вы обладаете общечеловеческой добродетелью, которой осталось совершенно мало, и задача ваша – сохранить ее и передать дальше в интересах развития всего человечества. Поэтому берегите свою лень, берегите свое умение предаваться неге и ничего не деланию. Ницше считает, что это очень благородное дело. А мне придется добеливать. Блин. Пока. Со всеми прощаюсь. Целую вас всех. Иду.